Выражение «намылить шею» есть не только в русском, но и в японском языке. Если у нас оно означает наказание, то у жителей страны восходящего солнца фраза выражает желание исправить ошибки. Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я, Дарья Белева, расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 25 мая. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам пасмурно. Синоптики обещают снег с дождем. Днем плюс 8, ночью минус 1. Скорость ветра до 8 метров в секунду. В южных районах облачно и возможен небольшой дождь. Днем немного похолодает, температура воздуха опустится до плюс 12, ночью плюс 4. Порывы ветра до 10 метров в секунду. В Улан-Удэ пасмурно, без осадков. Днем плюс 11, ночью плюс 4. Порывы ветра до 13 метров в секунду. С вами была Дарья Белева. Всем пока!